Вот смотрите, начала делать, поняла, что вам это нужно показать. Я пробую маску с углем от компании Siberian Wellness, очищающая глиняная маска с угольными гранулами. Смотрите, что удивительно в этой маске. Я когда ее достаю, она белая. Вот видите, такая белая и пышненькая. Начинаю наносить на кожу, она как мусс, такая пышненькая. И смотрите, что происходит, она чернеет. Гранулки, наверное, там раскрываются при трении, и она становится такая серенькая, такая мягкая. Наверное, поры почистит мне классно. Сейчас попробую, тогда вот эту половинку не буду наносить, мы с вами посмотрим на одной половинке только, как это сработает. У меня кожа как раз давно, я не делала маску. Сейчас будет, наверное, мне очень благодарна. И напоминаю, что когда делаете масочки, такие вот глиняные, подсушивающие какие-нибудь маски-пленки, отступаем от глаз, прям далеко-далеко, да, вот так, и от губ, потому что здесь вот кожа вокруг губ очень нежная, и тоже можно ее повредить. Зачем нам это надо? Ну все, я на 10 минут остаюсь в этой маске, сейчас посмотрю точно, сколько. Так, нанесите на 10-15 минут. Все, я исчезаю на 15 минут, и потом продолжим. Итак, прошло 15 минут. Что по масочке? Смотрите, она до конца не высохла. А почему я на это обращаю внимание? Дело в том, что когда мы наносим глиняные маски, такие стягивающие, нельзя допускать того, чтобы она высохла и стянула, да, и сушила кожу. То есть вот у меня уже начинает подсыхать, прям срочно, срочно смываю. А в принципе нужно брызгать водой немножко с распылителя мелкодисперсного такого, распылять, чтобы вот чуть-чуть увлажнять маску, она тогда будет точно лучше работать. Итак, значит, она не высыхает прям так сильно-сильно. И смывать такие плотные маски лучше всего каким-то дополнительным спонжем, какой-то губкой, специальной косметологической. Поэтому я пошла смываться и посмотрим, что стало с кожей. Да, смотрим, какая здесь кожа и какая будет здесь. Умываемся. Итак, я смыла масочку, и что я могу сказать? Кожа стала очень мягенькая, нежная. Это, знаете, эта маска — это детокс для нашей кожи. Она очистит поры, уберет черные точки. Может быть, конечно, не с первого раза, но обязательно. Далее, выровняет тон кожи. Смотрите, все равно кожа какая-то ровненькая-ровненькая. Здесь вот такие какие-то пятнышки, поры. Вот прям, не знаю, видно вам на видео или нет, но я прям четко вижу, что здесь намного мягче, ровнее кожи. Это я только один раз делала. И далее она восстанавливает водный баланс кожи. Представляете, какая красота. Делаем маску и хорошеем. Девчонки, я в восторге. Маска супер. Ну, теперь буду делать на эту часть, чтобы выровнять ситуацию. А то обидится